Блогер Ольга Потапова написала о том, что в трамвае маршрута 20К кондуктор рассказывала, как делают шаттлы. Короче, вот сейчас трамвай завершает свой последний рейс и едет в депо. Там его моют, потом переодевают, вывески вешают с названием S5 и прочими пояснениями. Если есть электронное табло, в него заряжают нужную программу. Кондукторы с водителями тоже переодеваются во все белое. И все. Сама кондуктор поясняла нам пассажирам, что она отказалась от работы на шаттлах, гневается она на болельщиков, говорит пивные брюхи. Сейчас приедет и пойдет загорать. Я со своими единомышленниками, кстати, думала, что в шатлы пускают не все подряд трамваи, но только современные, а круглые чешские не пускают. А вот и нет. В дни матча я видела несколько круглых старообрядных шаттлов, весело ехали и галдели с флагами. Заключила автор. Блогер Брусничка спрашивает, многие ли из вас или ваших знакомых были в Сызране? Думаю, что нет, пишет автор. Единицы. Лично я побывал в этом городе впервые в прошедшем мае. Хочу поделиться с вами своими открытиями. Первое. Сызрань сохранила, на мой взгляд, в гораздо лучшем виде свою дореволюционную купеческую архитектуру. Второе вытекает из первого. Сызрань — очень красивый город на Волге. Да, с Самарской набережной мало что сравнится по красоте, и здесь нас трудно удивить, но... Сызрань тоже имеет красивую береговую линию. Немного диковатую, первозданную, и в этом ее прелесть. Третье. Помимо самого города, в окрестностях Сызрани имеется большое количество мест, которые обязательны для посещения. Одни только рачейские скалы, их некоторые еще альпами называют, чего стоит. Уникальный памятник природы. Четвертое. Самое вкусное открытие. Сызрань – столица самых ярких, вкусных, необычных гастрономических фестивалей августа. Рыба и раки и сызранский помидор.